Я тоже был ребенком, но давайте мы отнимемся.
смотрит вот так, ничего не понимает, и что-то начинает щупать. Так, так, так. Потом он начинает что делать? Ножку поднимает. Так, ножку поднял, ножку начинает что-то делать. Так, ножку поднял. Так. А потом что он начинает делать? Потом начинает поднимать голову. Сверху, налево, направо, что-то творится. Опускает, поднимает, опускает. Ножки поднимает, голову поднимает. Опускает, опять поднимает. Опускает. Так, хорошо. А еще кто делает потом плачет? Плачет, понятно, все плачут. Итак, мы начинаем переворачиваться. Он плачет, начинает на левую сторону, повернулся на правую. Так, а потом переворачивается на живот. На живот начинает кататься на животе. Да, вот так начинается. Так, мы сейчас с вами пройдем сюда. Так, а потом что начинает делать ребенок? Он начинает сам начинает подниматься. Он поднялся, опустился, посмотрел, что творится. Так он поднялся с левой стороны, опустился. Хорошо, поднялся, посмотрел, где мама, папа. Пусть готовят его, я его обратно. И вот так вот поднимаешь, опускаешься. Давайте, ты поднялся, и я молодец. Хорошо. Так, отлично. А теперь мы соединяем, подвинемся на спину. Ручки, ножки пошевелили. Перевернулись на живот. Ручки, ножки пошевелили. Перевернулись на спину. Ручки, ножки пошевелили. Состояние младенца дошли до состояния
мужчин и женщин в самом расцвете сил. Да? Так, родители, что у нас тоже делалось там, я не видел, да? Помнили бабушки, дедушки, как вы были младенцами? Нет? Помнили, окей. Итак, хорошо, сейчас мы говорим. Сейчас давайте я вам покажу еще маленькую разминку, буквально 3 минуты, мы с вами изучим одно упражнение, которое может быть вами использовано, конечно, в гимнастике, в разминке, а может быть даже в учебных занятиях. Это упражнение взято из комплекса такого боевого искусства, как кроссфит, но его можно практиковать и как индивидуально, дзюдо, самбо, что угодно. Попробуем. Научимся понимать, куда движется, куда можно двигаться наш локоть. У нас есть первый правый локоть, мы поймем, какие движения мы можем осуществлять на наш локоть. Хорошо? Итак, сначала мы стоим на месте, сначала посмотрите. Правую руку мы делаем движение. Вперед. Thank you.
Право. И. И. За. И. То. Правую сторону разворачиваешь. Локоть указан. И. И. За. И. То. Правую. И. И. За. И. То. Правую сторону левую. Пошире, посмотрите, у нас сколько места. Чтобы никто никому не мешал. Старшие, помогите младшим, да, чтобы они поняли, что у нас место много, да. Отлично. Так, внимание, зайца, мальчиков. Мальчиков, просто пойти. Что, просто смотрите, пошире сядьте. Каждый себе дорожку, как в России, не выбрал его. Ребята, это айкидо. Посмотрите, какие молодцы ребята. Они занимаются боевым искусством под названием айкидо. И Мурзилка сегодня в гостях. Мы находимся в городе Ивантеевка, Московской области. И сегодня Мурзилка подарит этим ребятам, девчатам, а также их родителям, подарки журналы «Мурзилка». Нет. Дорог, держи.
Давай. Так. Кто может связку Майю Широ смена на коленях делать, кто не может делать просто Майю Кей. Начинают старшие пояса. Связка Майю Широ смена на коленях. Кто не может делать просто Майю Кей. Страховку вперед. Со сменой направления в середине зала. Сначала двигаемся спиной вперед, потом лицом. Все, начали. В середине разворачиваемся. Кто может колесо на одной руке? Кто может? Без монотизма. Молодец. Не торопимся. Итак, ребята, я буду говорить за мужчину. Мне очень приятно сегодня присутствовать.
здесь, посмотреть на всех, даже семьи занимаются. Это очень отрадно. Мне очень нравится. Все. Вообще, просто жуть. Мне 97 лет. Я уже тоже занимаюсь боевыми искусствами. Итак, ну что, запомнили меня? Совместный
общества изучения боевых искусств планеты дзюдо и Всероссийского литературно-художественного журнала «Мурзилка». Образовательный проект «Концепция воспитания культуры человека через комплексное развитие средствами физической культуры» продолжается. Мы находимся в городе Ивантеевка Московской области, и сейчас здесь будет, после открытого урока, будет урок, в котором юные исследователи айкидо будут демонстрировать свои навыки и умения и навыки, полученные в ходе обучения в учебном году 2020-2021. И вот здесь присутствует Владислав Макаров. Здравствуйте, Владислав. Ну, как вам сегодняшнее мероприятие? Оно уже еще идет, поэтому наслаждайтесь. Так, мы наслаждаемся. Владислав Макаров, участник образовательного проекта. И он много сил вкладывает в развитие айкидо Московской области, а также по всей России. И сейчас показать выступление. Thank you.
Сейчас будет проверка умений и навыков учеников школы кузнеца айкидо. И мы на этом заканчиваем наш репортаж. И надеемся, что вам понравилось то, что вы увидели. И ждем вас в залах изучения боевых искусств по всему миру. Просветительский проект «Боевые искусства. Здоровье сберегающие технологии». До новых встреч!